Приветствую вас, друзья, на своем железном канале. С вами Михаил, и продолжаем играть живую сталь в мультиплеер на прохождение, то бишь. Ну, это я сам его устроил, прохождение на самом деле. Можно его назвать как угодно. Вызов против других бойцов. В общем, играем нозибоем. В прошлый раз я победил. Блин, кого же я победил? Фьюжена или Джаспера? Что-то я вообще... Я победил. Да, я победил Джаспера. Далеко не Фьюжена. Почему-то у меня в голове Джаспер... Ой, подождите. Фьюжен засел. Победил Джаспера. Теперь можно посложнее дядьку выбрать. А вот получится с ним, не получится, это уже другой вопрос. Ну что... В принципе, силы у него есть, но вот этот вот боец, он один из самых сильных, я считаю. То есть он один из самых мощных. Может, он не такой уж ловкий, но удар он держит очень хорошо, и его тяжело вывести вот любым ударом. Ох, еще и промазал, да? Ну-ка, если так, и бьет он сильно тоже. Ладно. Так вот, по крыше задел ему. О, хорошо, опередил. И, ой, я думал, не достанет на самом деле. Блин, у него хороший прием, он уворачивается нозибой, а потом бьет. Но иногда... Оу, это плохо. Опа, смотрите, опять меня поймал. Ладно, понял, эта фишка не катит. Кстати, у него удар посильнее будет, чем у амбуша. Я по показателям вижу. Ой, попал, да? Ну, иди сюда. Опять в позу эмбриона встал. Нравится мне их бить, когда они в такой позе. Ой. Так, с ним бесполезно тягаться вот как я хотел. То есть маленькими ударами. Оп, отходим. И тебе, блин. Вот это вдул, как говорится. Ладненько. Хрен с тобой, дядька. С ним, мне кажется, он один из самых сложных бойцов будет. А, хорошо, пошел. О, блин, вот это зря. Энергии очень много тратит этот удар, к сожалению. Опа, а этот тоже. Тоже неэффективный. Ну ладно. Еще. Нет. Неправильный выбор. Смотрите, жизни сколько у меня. Офигеть. Если я ему только башню снесу, а это вряд ли, с его прочной броней, это маловероятно. О, давай, блин. Чуть-чуть не попал. Ладно, давайте увеличим силу, потому что он, по-моему, тоже силу, да, увеличил, к сожалению. У него удар будет еще больнее. Не знаю, получится у меня его свалить, но, по крайней мере, это первый бой. О! Удар существеннее стал, если вы заметили. Слушай, чаще подожди. Вот так вот. Не получилось, да? Ладно, еще раз. Блин, только зря энергию трачу. Ну-ка. Вот так вот. Ух ты, блин, промахнулся. Это досадно. Иди отсюда. Смотрите, у него уже проблема с рукой. А я должен отходить, только отходить. И вот это все плохо. Сейчас у меня будет гасить. У меня тоже проблема с рукой. Ууу, да и не только. Пропущенный удар. Конечно, был суров. Ладно. Я, в принципе, я не думаю, что я его там повалю, выиграю в первом же бою. Потому что под него надо подстраиваться. Он... Ого, один из таких бойцов, с которым много что и может не проканать. Слушайте, я про этот удар-то забыл. А так вот, по голове, смотрите. Он очень классно бьет, но если попадаешь, конечно. Вот, а у меня не всегда бывает точный удар. Так, давайте треугольник доведем. И сейчас нолик. Я успею, я думаю, здесь. Не все так плохо, пока он мне руку не оторвал.
Опа! Руку не оторвал, гад. А так вот, по голове. И еще. Блин, смотрите, он увернулся. Увернулся. Мне уже страшно с ним драться, на самом деле. Во, хороший удар был. Издалека еще. Ох, хорошо. А сейчас можно прикончить его, в принципе. Давай, давай, давай. Ой, ёп. Парасете, я увлекся. Увлекся чем? Хотел его добить. На время смотрю. И вижу вот такую картину, что время заканчивается. И решил ослабить блок и получил. По щам. Ну ладно. По крайней мере, я вижу, что его можно победить. И сейчас мы попробуем еще раз. Вот этим же ударом классным. Он, кстати, неплохо сносит оборону. И издалека бьет. Можно издалека на него нацеливать. А здесь я вряд ли попаду. Но-но-но-но. О! Играется, смотрите. Ха-ха. Получил все-таки. Ну, нози бой, да. Еще я как бы грамотнее стал к боям подходить. То есть знаю, где надо не только, допустим, руку залечить, а нажать на силу удара, на мощь. Вот это все. Давай, вставай, я не хочу так заканчивать. Потому что у нас еще бой не закончен. Опа! Что-то маловато как-то. Ой, бляха! Ой-ой-ой, как же он сильно бьет. Достал ты, Вася. Сильно бьет, друзья, очень сильно. Но я не слабее, думаю. Покедова. Так, ну еще бой не выигран, так что... Так что мы проделаем вот такую фигню для начала. И, наверное, еще раз, пока его можно побить. Он уже на 50% безопасней стал. С ним бой вообще. А сейчас можно докончить его. Если это у меня выйдет, конечно. Еще! Смотрите, он просто в блок встал и все, в тупую. И боишься? Я сам боюсь, подожди. О-о-о. Смотрите, он меня может добить реально, но... О-о-о. Тут кто успел, тут и съел. Вот он, друзья. Шикарный бой, конечно. Я его, кстати, быстро уничтожил. Думаю, даже следующего соперника можно подпустить, да? Я, если честно, думал, не один бой с ним проведу, но на самом деле работал в первом же бою. Так, 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 так. С тобой теперь с Абелем. Абел. Сейчас мы тебя разукрасим по полной, я думаю. Потому что если мы с тем сделали лепешечку, хотя он из нас тоже так неплохо подмял меня, в общем. Но в конце я все-таки набрал обороты. Благодаря удару вот этому вот сейчас. Вот этому, который я не успел сейчас сделать. И попробую еще раз. Ага. Он увернулся, да? Хитер. Хитер, мозаика. А вот так вот. Кстати, неплохо. Блин, да что ж я. А, неправильно. Надо издалека делать его. Вот так хотя бы. Просто не подпускать его. А издалека он неплохо по голове. Шныряет ему. Ой-ой-ой. Сейчас, боюсь, проблем будет. Нет, пока нет проблем. Отходим, главное. Ох, парировал неплохо. И вот так вот. Слушайте, я ему тоже, наверное, закончу с ним. Ну, надеюсь. Тихо, мужик. Топе. А вот так. А еще последний удар, кстати. Сейчас он ее может добить. Нет. Не справился с заданием. Слушайте, я с ним легко. И сразу же добиваем его. По-умному. Сейчас, мне кажется, можно, кстати, приемом, который серию ударов проводит, можно им бить. Я уже, правда, забыл, на какую кнопку. По-моему, треугольник. То есть тут две кнопки зажимаете, когда коронный удар. Да, две, треугольничек и R1. Но вот его надо поймать. Ага. Смотрите, не такой-то он уж простой.
Достал ты, Васька. О, я думал, он не достанет до меня. Блин, блин, и геймпад начинает тупить. Но вот так вот. Видите? Поспешишь и людей насмешишь, да? Я, конечно, тут восстановлюсь, но я хотел его побить, но вот такая фигня не получилась, в общем. Не прокатило. Ладно, я не буду увеличивать на урон. Мы починим руку, потому что у него челюсть не такая крепкая, как у прошлого бойца, воина. Опа! Еще раз. А вот здесь ты... Блин, я думал, попаду. Смотрите. Кто вперед? У него удар очень короткий. Я не знаю, может, он круто бьет им, но... Удар такой. Буквально его обойти можно. О-о-о-о. А понизу не бей. Нельзя. Мне не нравится удар. Я не могу его блокировать. Ну, давай. О, хорошо. Зарядил. А вот это плохо. И энергию потратил, и по лицу получил. Ну, давайте еще раз. Может, получится? Получится. У-у-у. Уходим. Главное уходить, уходить, уходить. Да что ж ты, сукин ты сын. Да нет, 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 нет. Так. Еще раз. О, фак. Так, чинимся. Как всегда. Так. Еще немножко. Еще. Подождите. Опа, блин, чуть не опоздал. Шикарно, конечно. Он решил меня уработать, но у тебя не получится, парняга. Слушайте, он офигел. Вот так вот, если... Увлекся я одним приемом. А, хорошо, по голове-то зарядил. Ну что, красиво. Но зибой пока что им проще мне играть. Может быть, и амбушем, если бы я кое-что выучил. Но мне кажется, но зибой просто удар сильнее. Потому что он и в рейтингах выше должен стоять. Вот и все, друзья. Я его прикончил. Конечно, не так, как хотел, но... Быстро, 5 секунд осталось до боя. Так что от вас пальцы вверх, комментируйте, понравилось вам, не понравилось. С вами был Михаил, и приятного вам просмотра, друзья. Всем пока.